Всем привет! С вами снова я, Блэк Фалкон. И сегодня я смотрю матч-реванш между Энди Луисом и Энтони Джошуа, который пойдет 7 декабря. Шанс, на мой взгляд, 60 на 40 в пользу Джошуа, и я думаю, что он одержит победу техническим нокаутом в 10 раунде. Скажите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Первый бой между этими большими пошел 1 июня 2019 года, и тогда довольно неожиданно Энди Луис одержал победу техническим нокаутом в 7 раунде. Посмотрим, что будет на этот ваш. Думаю, в этот ваш Джошуа будет более шоблован. Все-таки было видно, как он нервничал еще до поединка. Все зависит именно от Джошуа. Как он готов, и прежде всего, как он готов психологически. А мы начинаем тоншашу нашего поединка. I'm Joe Tessitore alongside my ringside partner Teddy Atlas. Looking forward to all the action today, and we're just about set for it. И первым на линк выходит Энди, ваш вышитель Луис. Клычет 4 боя, клычет 3 победы, 22 нокаутом и одно положение. Что, сейчас зашли на фон файла, и мы начнем. Okay, guys. We went over the rules in the dressing room. Let's touch gloves. Первый раунд. Поехали. Пошел в атаку Луис. Неплохо. Мимо. Попадает Джошуа. Снова попадает Энтони. Мимо. Чемпион прессингует своего оппонента. В бок попадает Луиш. Мимо. Неплохо. Клинч. Мимо. Неплохо. Попадает Луиш. Мимо. Включает Джошуа. Неплохо. Вашемен. Попыталась кочевать, Джошуа не вышло. Мимо. Помахивается и сам Энтони. Мимо. Попадает Луиш. Джошуа встречает. Луиш тоже попадает. Неплохо. Мимо.
попадает. Чемпион. Неплохо. Отвечает Джоша, и сразу клинчует. Вашмен. Мимо. Пока что Луиш давит. Неплохо. Неплохо. Клинч. Попадает Джошуа. Клинч. Аквакот от Джошуа. Что ж, и первый раунд все-таки же вышел, 10-9 у него в пользу. Look at me! Knock this motherfucker out! Look, standing straight up. И у нас раунд номер два. Here we go. Round two is underway. Вашмен. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. Еще один обмен. Мимо. Поддавливает чемпион. Неплохо попадает. Повышает Джошу. Мимо. Попадает, что Луиш. Апперкот от Джошуа. Энди отвечает. Неплохо. Попадает снова Луиш. Отвечает Джошуа. Мимо. Попадает претендент. Вашмен. Попадает Луиш. Неплохо. Мимо. Попадает Джошуа. Встречает его Луиш. По блоку пока что лупер чемпион. Апперкот от Джоша. Неплохо. Мимо. Помахивает же претендент. Well, he understood that his opponent Joe was a slow starter. He's jumping right on him, taking advantage. Вашмен. Помогнулся Луиш. Неплохо. Мимо. А второй раунд все-таки же Джоша. 19-19. How you feeling out there? Relax, relax. You're doing great. Keep the pressure on.
Keep on them. No need to get excited. Doing fine. Don't let it hurt you this much. І у нас третій раунд. Неплохо, що ти його шашовуєш. Восьмін. Блэд. Енді. Мимо. Помахивается Джоша. Пока что Луиш давит. Джошуа пытается подождать. Неплохо. Восьмин. Попускает слово Джошуа. Fighting, snapping shot by Crusher. Мимо. Помахиваешь, целуешь. Мимо. Попадает Джошуа в свою очередь. Восьмин. Неплохо. Апперкот от Луиша. Попадает Джоша. Неплохо. Джоша именно пытается контролить. Мимо. Восьмин. Неплохо. Мимо. Апперкот от Энди Луиша. As you said, he's made a jab fest of this all night long. Восьмин. Неплохо. Попадает Луис, подошел Джоша. Пытается добить чемпион. Джоша спускается в клинче. И это раунд за чемпионом 29-28 в пользу Луис. А он сейчас счет в общих 327 поживуешься, и у нас раунд номер 4. Мимо. Дайвер чемпион. Придем пытается пока что работать вторым номером. He came out just the way he finished up last round. Yeah, what I like is that he's a thinking man's fighter, and his corner gave him probably good advice. Апперкот от Луиша. Only had 60 seconds to recover, and they're попадает Энди. Джоша мимо. See, the defense pays off as he gets rid of that downstairs. По бокам попадает Джоша, Луиш отвечает.
Teddy, you like this kind of fighting, this infighting with the short power punches? Oh, I love it. When you're in close, you want to keep those punches nice and short so you don't leave an opening. I like to see him downstairs a little more, though. Попадає, що чемпіон. Неплохо. Мимо. О, помахиваются. Неплохо. Попадает Джоша. Мимо. Поддавлю пока что выйдешь. Попадает снова Энди. Ваш обмен. Еще один обмен удавами. Мимо. Попадает выше. Неплохо. Мимо. Калинич. И Эдвард же Энди Луисом 39-37 в пользу чемпиона. И у нас пятый раунд. Вашемен. Попадает Джоша. Неплохо. Well, I don't know if he's hip to the idea of becoming a counterpuncher, but I get the sense you'd agree with it. Yeah, definitely. I mean, he's got the perfect form for it. The guy's walking in right now, not moving his head much. Вашемен. He can time him, he can counter him. Мимо. Неплохо. Looking to the body. Калинич. Well, that was his intention, and that's what he's doing. Not engaging. Смахивается Энди. Попадает Джошо. Мимо. Апелкот. Джошо отвечает прямым. Мимо. Помахивает снова Джошо. Ваш мен. Еще одно попадание от Джоша. Апелкот от выше. Мимо. Помахивается выше Джоша, не воспользовался. Видно, что уставок чемпион. Апелкот от Джоша. Неплохо. Oh,
Мимо. Усмен. Keeps his hands up defensively, protecting the head. Мимо. Неплохо. Неплохо попадает до Джоша. Усмен. И все-таки вытягивает этот раунд. Риджей, шовок 8, шовок 7. Выше лидирует. He's behaving the right way. He's getting himself back into this thing. You want this fight? Just listen to me, man. If you want this fight, you gotta stay busy out there, all right? Because you're losing this fight. Why? Because you're not throwing any punches out there. И у нас же раунд номер 6. Попадает Джоша. Неплохо. And they know now this is a chance to get back in this fight. Yeah, they were just in a storm. Мимо. There was a lot of waves coming. You know, it was a little iffy for a while there, but чемпион. Now there's a little bit of calm. Усмен. Now what you got to do is put those sails up and move forward. Неплохо попадает. Выш. Неплохо. Не попадает до Джоша. Это ловкот от Энтони. Мимо. Попадает Шаш Эль Джей. Это ловкот. Мимо Ова. Попадает Энди Луиш. Джоша выжидает. Лошмен. Мимо. Отвокот от Луиша. Не попадает чемпион. Джоша, походу, все усваивает. Golf player where you get all your torque with that swing where you put your hips into it, so the hips are going into that punch and he's really bringing that truck Мимо. Right up into the punch. Восьмен. Мимо. Попадает по ковшу, выше. Попадает Джоша, потрясённо Луиш. И не может попасть Эдди Джей. Хотя и был все лёжа потрясён чемпион. Мимо. Восьмен. Мимо. Working our way towards the bell, last 10 seconds of the sixth. Попадает Джоша. И это раунд за Эль Джеем. 57-57 после первой половины боя. We've reached the halfway mark. Teddy, your impressions as to what we're going to see in the second half of this fight? More of the same. I don't think these fighters know how to do anything, at least tonight. They came here with this mentality, and you know what? You can't really change gears at this point. You're going to see more of the same.
І у нас раунд номер 7. Росомен. It did do some damage, but now you can tell he's right back where he wants to be, fresh and ready as we start this round. I don't take lightly when a guy gets hurt, but you know what? I think he was more embarrassed than he was hurt. Попадає до Джоша. Мімо. Дуже насторожен Ентоні. Неплохо. Оба мимо. Попадає в Луїш. Неплохо вчать його до Джоша. Росомен. Мимо. Росомен. Попадає в чемпіон. Мені попадав претендент, по привичці називаю Джошуа чемпіоном іноді. Но дуже рідко попадає зараз реально чемпіон, то есть Енді Луїш. Росомен. Ще один. Неплохо. Мимо. Попадає до Джоша. Росомен. Дуже насторожен претендент. Апперкот от Луїша. Джоша відповідає. Мимо. Помахивается снова Энтони. Пытался чуть выше, не вышло. Неплох, чемпион. Даже в уставшей шейне доставляет Джоша проблемы. Попадает сейчас Эли Джей. Мимо. Неплохо. І це раунд з Луїшем. 67-66. Вислушатели А у нас сейчас счет 67-63 в пользу Джоша. И у нас раунд номер 8. Попадает Энтони. Мимо. Помахивает Шалуиш. Неплохо. Апперкот от Энди. Rusher's been able to let loose. He's throwing punches. He's just not landing enough of them. Well, he's throwing them from a little too far away. Неплохо Луїш. Росомен Карлинич. Попадає до Джоша. Мимо. Росомен. Мимо. Попадает чемпион. Неплохо встречает Джоша. Еще одно тоже попадание в исполнение Эли Джея. Мимо.
Неплохо. Тут же пока что Эджей пытается отшедевываться. Кадлинич. Вашемен. Попадает выше. Еще один Вашемен. Неплохо. Мимо. Апперкот попадает до Джоша. Устал. Выш. Ну все равно пытается. Апперкот от Джоша. Мимо. Неплохо попадает до Джоша. Мимо. Вашемен. Апперкот от претендента. Это вам Джоша поводит очень даже хорошо. Вашемен. Ну вы уж идёшь вперёд, несмотря ни на что. Апперкот от Джоша. Что ж, этот раунд за претендентом, и у нас 76. А у нас уже 9-й раунд. Вашемен. Еще один обмен. Попадает Джоша с дистанции. Мимо. Оба помахиваются. Ого, опять мимо. Вашемен. Апперкот от выше. Мимо. Оба устали. Неплохо. Мимо. Помахивает снова Луиш. Джош отвечает. Неплохо. Мимо. Неплохо за этим вылез претендента. Еще точное попадание от чемпиона. Неплохо. Попускает Джошу. Вашемен. Еще один. Мимо.
Апперкот от Джоша. Попадает выше. Мимо. Попадает Джоша. Мимо. Вашмен. Final chance, last 10 seconds of round 9. Вашмен. Oh, and he returns fire with a left hand. И это вам за Луисом, и счет 86-85 в него поле же. Bazooka is looking really good after that round, Teddy. I think it's a good fight. I think it's a close fight, but I believe it's a fight that he's winning. Yeah, it's the kind of fight though that you can't afford to let up at all, or do what you just said. Think that you're winning. He can't really think that way. He's got to think that he's got to take one round at a time. The rest of the rounds, he's got to win each one of them. This is yours. You hear me? This is your fight. Keep it up. И у нас же 10-й раунд. Back underway here to live fight action. Tough fight to score. Very, very even. Closely contested bout throughout. Nice block by Bazooka. Nice! Nice! Мимо. Focus! Попадает Джоша. Выше отвечает. Неплохо. Мимо. Попадает Джошуа. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Опередил сейчас потерял чемпиона. Вашмен. Great movement to get away from those punches. Мимо. Встречает Луиш. Вашмен. Exactly what he wanted to do. Мимо. And we've reached the halfway point. Чай, round 10. Чемпион. Вашмен. Мимо. Отвечает Джошуа. Неплох. Энди. Вашмен. Апперкот от Джоша. Оба мимо. Попадает Джоша. Вашмен. Мимо. Вашмен. Counting down towards the end of the 10th round, 10 seconds to go. Мимо. Калинич. И этот раунд минимально за Джошуа 95-95. Fight his style. You're not going to win that way. Get it. Let's turn this.
А у нас же счет 90-96. И у нас раунд номер 11. И вот так вот выйдешь. Неплохо. And you're a little bit ahead, at least we have them ahead, and you start to let up on the offense a little bit. You know, you concentrate more on the defense, and the guy gets back into the fight. Keep the offense going, pay attention to the defense, but keep the offense going. Мимо. Неплохо. Good defense upstairs to stay away from that offense. Мимо. Выш попадает. Джош отвечает. Снова выпускает Энтони. Вашмен. Еще один Вашмен. Попадает выш. Мимо. Неплохо все встретил Эдди Джей. Мимо. Отвечает Джоша. Попадает чемпион. Восьмен. Еще один обмен. Мимо. Помахивает от Джоша. Неплохо. Мимо. Помахивает оба. Попадает Джоша. Вашмен. Мимо. Очень пассивный в этом раунде Джоша. И логично, что раунд уходит в Уиш. 105-104 в его пользу перед финальным раундом. И у нас заключительный раунд. Мимо. Попадает Джоша. Вашмен. Неплохо. Помахивает от Джоша. Выш давит. Мимо. Вашмен. В блок попадает до Джоша. Старший президент именно отшелядоваться время от времени. Попадает до Джоша. Мимо. Опять помахнулись оба. Опять уход от Джоша.
Неплохо. Good block by Crusher. Halfway through this 12th final round. Мимо и встречает Джоша. Неплохо. Луис отвечает. Мимо. Попадает Эль-Джей. Вашмен. Time to bring it home. Final minute of the final round. Еще один Вашмен. There's the headshot, but he parries it away. Focus. Oh, they both land flush with a мимо. Попадает Джоша. Вашмен. Неплохо. Попадает снова Джоша. Мимо. Last 10 seconds of the fight. Вашмен. Что 14, что 14. Ждем решения Шули. И единогласно решением Шули побежает Энтони Эль-Джей Джоша. Полное решение. Все шули, что 15, что 9 в пользу Джоша. И это не выглядит таким булшитом, если бы не 4 почетных раунда с счетом 10-8, хотя нокдаунов не было и вовсе. Первый 3 раунда отдали Луису, с 4 по 8 Джоша, причем с 5 по 8 все раунды отдавались 10-8. Один шут только отдал 5 раунд еще 10-9, и как и только что 15, что 10. 9 раунд Луишу, 10 Джоша, 11 Луишу и финальный Джоша. Давайте глянем статистику. Луиш попал 3 шашовок, 1 удар из 869. Джоша 255 из 617. У Луиша 127 из 377 в голову и 214 из 692 в корпус. У его оппонента же 139 из 333 в голову и 616 из 284 в корпус. По раундам. Первый 36-20, второй 31-22, третий 43-24, четвертый 26-23, пятый 24-20, шестой 20-15, седьмой 20-17, восьмой 27-27 по силовым 10-9, девятый 30-22, десятый 23-18, 11-32-20 и финальный 27-27 по силовым 14-6. Что ж, на этом все. Посмотрим этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!